Но вот придание этой имперской идеи евразийской начинки – это страшная вещь, на самом деле, потому что она страшная с точки зрения русского человека. Это смертный приговор русской национальности, как таковой. Это целенаправленная ассимиляция русского народа среди тюркских, в основном, азиатских народов и возврат, я бы сказал, каким-то ордынским временам. Поэтому господин Дугин не просто имперец, это человек, который своим упорством и наконец-то смог довести эту достаточно опасную идеологию до элиты, и она фактически в последние годы стала практически официальной идеологией. Вот это вот, «Зачем нам Запад?», «Берлинская стена», «Нам нечего брать, у нас есть Китай, Турция, наша замечательная, Азербайджан» и так далее.